кадре прямо столовая, здание столовой, артполка и других частей. Вон видна крыша. Немного. Это со стороны плаца мы смотрим на столовую. Времени 5:30. 17:30. Вот здесь была стена. Забор был. Забор, и тут же был боевой путь части. Скульптурная композиция. Много чего тут было. Мы развернули за спиной столовая. А это штат и санчасть. В противоположную сторону тогда уже два здания казармы и стадион. Сориентировались. Погода ветреная, солнечная. Сохнет все. Вот желтая трава. Мы подойдем к столовой. И посмотрим на левое крыло. Поднимемся на второй этаж. По ступенькам. Попытаемся. Вот прямо столовая. И потихоньку мы пойдем вот с этой стороны зайдем. Здесь получше заход, так если можно сказать, что лучше подход. Мы были здесь пару-тройку дней назад. Заходили с той стороны. Заросшее все. Ну и здесь, конечно, все зарастает. Это с левой стороны за забором. Там уже расположение войсковой части 42.030. И с плаца пошли в столовую. Это черемуха уже, она отцвела. Уже тут видно, даже плоды уже появляются. Да. Тут видно бетонное какое-то покрытие, или тут ничего не растет, никакой травы даже нет. А тут тоже покрытие мощное, каменное, ну трава вот мы видим, произрастает, столовая. Подошли к зданию столовой. В прошлое наше посещение мы поднимались на правое сюда, по ступенькам, к правому крылу. Сюда попробуем подняться. Левое крыло. Здесь можно войти. Тут пролом в дверях. Здание, которое мы тут наблюдаем, смотрим, это уже признаны памятником архитектуры. В каждом видео говорю. Также говорю, что как это будет выглядеть, в каком состоянии он будет сохраняться, конечно, мне неизвестно. Да, здесь питались, я уже говорил, что подразделение артбригады, подразделение мотострелков, также подразделение артиллеристов против танкистов, также подразделений войсковой части, химической и бактериологической защиты. Тут будем подниматься. Ступеньки. Много тут, конечно, бойцов поднималось. А тут даже какие-то тексты. Но это нас не интересует. Какие тексты? Нет. Перильцы. Только краски тут слоев.
площадка. Тут развернулись. Дальше идем. Вот мы были прошлое наше посещение вот на той площадке перед теми дверями. По-моему, там питались противотанкисты на втором этаже. Велосипед отстаивается. А мы дальше идем. Здесь вот еще одна площадка. Также рельса. И уже непосредственно дверь сюда. Широкая дверь. Она, правда, закрыта. Вот тут сразу коридор. Ну-ка попробую засунуть туда камеру. Засунули, да. Хоть бы она не упала, потом мне достать. Окно там круглое. И там вытянутую руку. Вон там уже зал приема пищи. Бывали мы там. Кто интересуется, пожалуйста. Ранее созданное видео у нас существует. Сейчас как-то мы камеру развернем, чтобы вытащить из... Да, мы вытащили ее через решетку. Разворачиваемся. За спиной дверь входная, в которую мы заглядывали. Это вот окна. Такая защита, как нечто балкончиков. Такие красивости. Это, видимо, была вентиляция зала. Окна большие. Было светло. Едокам, наверное. Птицы слышны. Ну и посмотрели, теперь мы выходим вниз. Времени я сказал уже 5:30. Тепло, градусов 25, наверное. Ожидается дождь через пару дней. Вот. Давно не было осадков никаких. Сохнет все. Вон плац отсюда виден. Посмотрели, обедали. Да, дело к ужину уже. Тут вообще уже, наверное, работает наряд, работают работники столовой. Штрафники, наверное. Куда же без них? Да, дело уже к 5:30, уже, да, наверное, к ужину. Скоро придут заготовители сюда. По-моему, вот каждый рот и 2 человека, или 3 приходило, уже не помню. Тут что такое-то кострище вот было, вот костер, останки костра.
какой-то пикник устраивается. Время 10 минут мы тут посмотрели. Мос. Барнаул, 92. Грозный, 92. Почему-то раньше не видел. Девяносто пятый год. Москва. Теперь на каждую смотрю колонну. И вот прямо плац. Плац, а там дальше уже штаб, санчасть. Ну, посмотрели. Элементы столовой. Одно крыло. Вот там мы были с вами. Всего доброго, до свидания, до новых встреч. Это ж лагерь 13 июня. Это черемуха уже такая. Да. Большое дерево. Если не сказать огромное. Да, это дерево. Черемуха. Вот она напротив столовой. Мы развернулись, а дерево за спиной. До свидания.